Всем привет! С вами канал Территория Мужчин, и в сегодняшнем видео мы будем делать донную снасть для ловли толстолоба. Большинство рыбаков ловит толстолобика на поплавочные снасти с небольшой глубины. Однако зачастую толстолобик питается в придонном слое. При ловле толстолобика со дна нужно учитывать тот факт, что из-за особенностей строения рта толстолобик не может собирать пищу непосредственно со дна, как это делает, например, лещ или карп. Толстолобик плавает у дна и, широко раскрывая рот, фильтрует придонный слой воды. Для сегодняшней самоделки нам понадобится обычная велосипедная спица, пустая алюминиевая баночка объемом 0,33 литра, два поводка с большими крючками длиной приблизительно 5 см, проволочная кормушка без сердцевины или таблетка технопланктона и немного свинца для заливки. Теперь приступаем к изготовлению самой снасти. Из велосипедной спицы нам нужно сделать фигуру, показанную на рисунке. Для этого берем нашу спицу, откручиваем гайку, она нам пока не пригодится, берем плоскогубцы и делаем эту фигуру. Отмеряем приблизительно 6 сантиметров, вот так, и сгинаем под 90 градусов, вот так. Нужно еще чуть-чуть. Вот так. Далее отмеряем приблизительно 3 сантиметра и выгинаем под 90 градусов, но уже в другую сторону. Вот так. Если спица сильно закалена, то в месте наибольших загибов можно ее немного отпустить на пламени газовой горелки. Далее отступаем приблизительно где-то сантиметр и делаем петельку. Вот такая петелька плюс-минус должна получиться. Так, подправляем ее. Далее нам нужно сделать так называемую елочку. В итоге имеем вот такую форму. Теперь плавим свинец, подготавливаем форму и производим заливку. В качестве формы я взял алюминиевую баночку не случайно. После заливки наша снасть будет напоминать игрушку-неваляшку. И при забросе снасть будет опускаться на дно так, как нам нужно. После заливки наша снасть выглядит вот так. Вот такой аккуратный грузик у нас получился. Давайте ради интереса взвесим нашу снасть. Наша снасть весит 113 грамм. Естественно, кому нужно, можно залить свинца или больше, или меньше. Так, весы в сторону. Оснащаем нашу донную снасть двумя поводками, и она полностью готова. Берем наши поводки. Один поводок цепляем вот здесь. Вот так. Второй поводок цепляем вот здесь.
Вот так. На крючки обязательно насаживаем пенопластовые шарики. Они приподнимают крючки, которые всасывает толстолобик во время кормежки. В качестве приманки используем таблетки технопланктона или набиваем в проволочную кормушку готовые каши на толстолобок. Надеваем кормушку и фиксируем гайкой. Вот такая простая донная снасть на толстолобика у нас сегодня получилась. Кому видео понравилось, пожалуйста, оценивайте его. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.